Айдакс, ребята в оранжевом, ЦСКА, ребята в красно-синей форме. Интересно, что в каждом дивизионе лиги есть минимально одна команда. Ну и, соответственно, всегда приятно наблюдать за развитием событий на паркете, когда кто-то из ЦСКА приходит. Ну что, пока они, кстати, не успевают убежать в атаку, так чтобы ЦСКА не перехватили мяч. 17-го. Или 77-й, так, непонятно. Так. Сделать скидку. Так, интересный тут был пас через щит. Про защиту подумать, про нападение. Ну, в общем, такие игры не нужны. Во-первых, чтобы не зазнаваться, во-вторых, чтобы отрабатывать с тренером. Вот. Ну и игровая практика, она никогда не будет лишней. Вот Коновалов Егор тут забивает. 2-2, красавчик. Space Ducks пока что. Так, Дмитрий Устимов, привет. Space Ducks вперед пишет. Так прикольно мне, что мы с вами уже вторую игру сидим в... Они забрали свою возможность. Опа, не забил, это как так? Ну ладно, 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 все. Извиняюсь, тут ЦСКА. Конец ЦСКА. Вот, но бывают у них нелепые потери или нелепые незабитые. Понимаю, что это там нужно для турнирной таблицы выигрывать там крутые забитые, еще что-то. Но уже перехватывает мяч кольцом и буквально пара секунд, и у него ассист и забивает из-под кольца коллег. И опять они задействуют Илью под кольцом, он хорошо открывается, он чувствует себя в этом вот номере игровом. И хотя бы парочку очков в этой игре, но пока только можем наслаждаться забитыми от ЦСКА. Но надо бы им... Ну, наконец-то. У них есть решало, у них есть Давид Тинчиков, которому даешь пас, и он забивает. Кстати, будут все такие ребята, и тогда будут вообще непобедимыми, друзья. И уже видим, как Семейкин Максим забивает тоже свои плюс 2. Тоже была неравная борьба в плане того, что соперник прям уже очень опытен в баскетболе относительно того состава. И, ну, мы прям тут все, кто в онлайне, в офлайне, все прям ликовали. Хотя я впервые вижу этот состав, вот, и... Но, конечно, я понимаю, что они выиграют, и будет приятно смотреть за забитыми, как вот сейчас, допустим. В этой игре забили. Опа, так, ну и что, снова 10-й номер, трёшка на заключительных секундах периода. Воу, ну наконец-то, Space Ducks, аплодируем вам. Да что ж такое-то, никак не забьет, ну наконец-то. С какой попытки это было, друзья? Таганов Тимур все-таки забил свои прессинги, защищаются от трешки на своей территории. Так, и... Бам! Вот это атака. Ну, Козлова ассист, и училась. Ух ты! Вот это да! Вот ЦСКА умеет отвечать, ЦСКА умеет. И Мамедов Руслан второй раз в двух атаках подряд. Да, и еще плюс 2 у Space Ducks. И не забили в этот раз. Но ничего, они еще свое заберут. Тут штрафные броски. Извиняюсь за тавтологию. Так, один залетает. И второй тоже, получается, добросит до кольца, и того плюс 2 в подборе сложно победить. Так, Владимир Единцев пишет, ЦСКА. Так, Владимир, расскажите, кто вы для этой команды? Вы играете с ЦСКА или там... И возможности команды, и вот им ЦСКА забили уже.
бегают, улыбаются. Так, Евгения Кириллова пишет, утки вперед. Отлично. Привет, Евгения. Расскажите, я вижу, что вы болеете за Space Ducks. Кто у вас там запрактиковались в сегодняшней игре? Вот. Ну, ЦСКА красавчики, конечно, это бесспорно. Они великолепно себя видят на паркете, и у них практически все. Первый забивает. Ну и... Ну и... Лазырин Андрей. Нет, второй забил, нет? Шестой номер снова из-под кольца. Забивает Мамедов Руслан. Хорошо, ЦСКА вернулись в защиту. И ай-яй-яй! Кто ж так мяч оставляет просто так? Понятное дело, что ребята его перехватят и забьют свое. Хорошо играет в пас и ай-яй-яй. Из-под кольца. Ну, такой, конечно, тут важно. У него все хорошо, у него все спокойно. Восхитительно. Поздравляю Space Ducks. Еще очень спокойно они разыгрывают свои мячи, понимаю, тут уже пошло дело с игровой практикой, как раз таки подрасслабили, его не перехватили, а прям в стену, так, ну и тут уже ЦСКА тоже косячит, трешки не забивают, не очевидно. Какой кошмар, друзья, пробежку арбитр заметил, Space Ducks, оп, еще плюс 2, ЦСКА, и все у них хорошо в этом плане. Так, Space Duck снова в атаке. Беспокоюсь, как бы они забили. А как же банка? А как же красота? Что такое, друзья? В этой атаке ребята из ЦСКА что-то прям совсем косячат. Ну ладно, хотя плюс 2 забили. Сначала поменяемся, а потом уже... Вырываемся в атаку. Жесткий фол. Яй, что такое? Что-то не забивают со второго, с третьего раза. Что такое? Как так-то? Ой-ой-ой. Сейчас еще и... Так, эйрбол. Еще один. А потом попали под банк. Друзья, я поняла, да, почему он не ставит. Не получилось у него забить. Но мы все болеем за Space Ducks, за то, чтобы они забили свое. Ну ладно, каждый воспринимает мир по-своему. И Беспалова говорит, мне комментатор нравится, хорошо комментирует, поддержка команды новичков, правильная позиция. Спасибо, Ирина. Но опять же, на атаку, так, надо аккуратно бежать, аккуратно, Space Ducks, без потерь, пожалуйста. Тай. Теряют мячи. Теперь Space Ducks будут атаковать. Ну что, опять... Так, пока пауза на замену. Ладно, еще плюс 2. Так, Space Ducks. Хороший пас. Его не перехватили, хотя бы... Нет, разгромили кампус. Два. Впервые за пару периодов. Так, Дмитрий Устимов, черт, пишет. Ну что такое, Дмитрий? Ой, нашел интересный контакт, прям нырнул в игрока. Вот я говорю, надо чуть-чуть побольше думать про бросок, чуть более... И Давида, но не получилось, там было очень много людей от Space Ducks, и как бы они перехватили, на самом деле это был просто пас в ноги. Опа! Производим замены. Так, и снова эйрбол.
вырывать. Поэтому, ну да, для ЦСКА это такая просто тренировочный процесс игровой происходит. Еще и спалили. Ну что, все. Глазырин сейчас будет забивать. Я в это. Дмитрий пишет. Да, мы с вами, Стимов, Дмитрий, в одной плоскости. Я тоже болею за Андрея. Надо бы ему принести еще парочку очков для своей команды. С игрой. Вот, а если наслаждаешься игрой, то располагаешь большими опциями на паркете. Так, Семейкин Атайц. ЦСКА молодцы. Ирина Владимировна, спасибо вам огромное за хорошую подготовку ребят к игре. Да, действительно, чувствуется, кстати, в общем-то, от ЦСКА веет вот таким вайбом. Но Space Dark, могу сказать, что они тоже очень дружелюбные ребята. И вот на прошлом хороший майндсет у команд. И сейчас уже видим, как снова Глазырин будет забивать свои штрафные. Так, и Глазырин, ну, такой относительный шутер команды. Не пришлось забить. Шуценули, красавец. Вот, смотрят родители, так приятно. Какая прелесть.